Здравствуйте! Новости на ННТ в студии Махач Курбанов. Короткий анонс о том, что вы увидите в нашем выпуске. 50 операций за 8 часов. Дагестанские хирурги установили рекорд России. Все подробности из Красавюртовской городской больницы, где все и происходило. Смотрите сегодня в выпуске. Страсть к лошадям и джигитовка в крови. В селе Губден прошли скачки в честь праздника Курбан-Байрам. В копилке 2 золота, 2 серебра и 4 бронзы. Наши юниоры в Таллине. Подробности в спортивном блоке. Дагестанский пилот посадил в поле самолет с отказавшим двигателем. В Московской области на кукурузном поле совершил экстренную посадку Airbus A321. За штурвалом самолета находились Дамир Юсупов и Георгий Мурзин. Инцидент обошелся без жертв. Самолет вылетел из аэропорта Жуковский, но вынужден был приземлиться в поле, потому что в правый двигатель залетели птицы. На борту находились 243 пассажира. Во время аварийной посадки легкие травмы получили 10 человек, в том числе трое детей. Пилоты благополучно посадили самолет без шасси. По данным ряда СМИ, первый пилот самолета – уроженец Дагестана Дамир Юсупов. Басманный суд Москвы заочно арестовал экс-главу дагестанского филиала Россельхозбанка Гитина Магомеда Гаджимагомедова. Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следственных органов об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей заочно. В случае задержания Гаджимагомедова российскими правоохранителями он попадает сразу за решетку. Напомним, что экс-главе дагестанского филиала Россельхозбанка заочно предъявлено обвинение по статье 286 «Превышение должностных полномочий». И сейчас он, по информации силовиков, скрывается за границей. В России камеры фиксации нарушений правил дорожного движения будут размещать по новым правилам. Данную методику разработало Министерство транспорта. Новый проект предлагает установку камер фиксации нарушений в местах повышенной аварийности на дорогах в целях безопасности, а не для увеличения количества штрафов. Помимо этого, в случае существенного снижения нарушений в местах базирования камер, они будут перемещены в другое место. Отметим, что утверждение проекта Минтранса запланировано на декабрь текущего года. Дагестанские врачи-флебологи установили рекорд России. Наибольшее количество операций по лечению варикозной болезни, выполненных за 8 часов двумя хирургами. Обладателями такого сертификата стала Центральная Хасавюртовская больница республики. Сколько пациентов прооперировали за день специалисты и как все проходило, видела Патимат Ханапова. Сегодня врачи Центральной Хасавюртовской больницы планируют установить рекорд России, проведя за один день максимальное количество операций. Здесь одновременно два сердечно-сосудистых хирурга планируют прооперировать более 50 пациентов с варикозной расширенностью вен. Такое количество операций за один день теперь действительно стало возможным. Благодаря опыту врачей и новейшим технологиям причину варикоза можно устранить за 15 минут при помощи вот такого внутрисосудистого лазера через небольшой прокол. Ранее подобная операция занимала до 2 часов. Есть до сих пор, к сожалению, клиники в Дагестане, по всей России. Особенно в Дагестане, где такие операции выполняются очень старыми методами. Это очень страшно. После таких хирургов, после тех операций, которые им выполнялись, люди, наоборот, твердят о том, что не стоит идти к хирургу, не стоит оперировать эти вены. Люди же, которым выполняют современные операции на современном немецком оборудовании, без разрезов, без наркоза, без спинальной анестезии, они счастливы. И они, наоборот, приводят своих родных. Во врачебной практике Сабира Айдаева около 5000 подобных операций. Сюда на прием к нему приезжают больные варикозом со всего СКФО. Сегодня же пациентов примут из трех регионов – Ингушетии, Чечни и Дагестана. Во всем округе это одна из немногих больниц, где можно бесплатно получить высокотехнологичную услугу в рамках ОМС. Большое, огромное спасибо. Он так хорошо с нами обошелся, был вежлив. Короче, я довольна. Операция прошла безболезненно, все было терпимо, так что не переживайте, будьте спокойными. Удачи этим врачам, здоровья им. А как после себя чувствуете? Очень даже хорошо, самочувствие отличное.
Зафиксировать результат дагестанских хирургов приехали эксперты книги рекордов России. Александр Пересвет, двукратный рекордсмен Гиннесса по силовому экстриму, организатор и постановщик смертельно опасных трюков, приехал сюда из Москвы. Помимо этого, по видеосвязи за процессом следят и врачи высокого уровня. На данный момент творится история, потому что такого не было. Вот, в принципе, не было такого рекорда. Вот, но как... Тут доктора говорят, для нас это совершенно не рекорд, то есть они работают в совершенно штатном режиме. Ничего для них сверхъестественного не происходит. А вот для таких обычных людей, как я, то есть, которые видят это в первый раз, это чудо. И почему творится история, да? Потому что они первые, кто такой рекорд придумал и сейчас его воплощают. Варикоз нижних конечностей на Северном Кавказе считается самым распространенным заболеванием. Наши люди привыкли болезнь запускать, нежели устранять его причины на начальных стадиях. Это, собственно, и ведет к осложнениям, в том числе трофическим язвам и острым закупоркам. Принимать день стольких пациентов для местных специалистов не впервой. Каждый день через их руки проходит практически столько же больных. Мы выполняем подобное количество вмешательств каждую неделю. То есть раз в неделю, по понедельникам, там, либо по пятницам мы оперируем в данной больнице. В среднем выполняется порядка там, 35 операций, но это на двоих хирургов. Соответственно, если работают там, две бригады, получается, что можно спокойно сделать 50-60 вмешательств за сутки. Даже для нас это не рекорд. То есть это повседневная работа. И благодаря новейшим технологиям, благодаря оборудованию, которое здесь есть, да, одно из самых передовых на Северном Кавказе, мы можем выполнять подобное количество манипуляций. И вот, как и планировалось, двумя хирургами проведено более 50 операций за 8 часов. Рекорд зафиксирован, сертификат вручен. Так дагестанские флебологи вошли в историю. Патимат Ханапова, Гаджи Магомедов, новости ННТ, Хасавюрт. Празднование Курбан-Байрама продолжается. В честь великого праздника мусульман в селе Губден Карабахенского района прошло спортивное мероприятие. Соревнования по различным дисциплинам, лошадиные скачки и многое другое порадовали в этот день всех участников торжества. Абдулла Алиев с места событий. Мирное небо над Губденом и его не менее дружелюбные жители встречают гостей. В этот день они проводят уже шестой раз ставший традиционным спортивный турнир в честь Курбан-Байрама. В нем приняли участие жители со всего Дагестана. На официальное открытие прибыли представители местной власти и религиозные деятели. Для губденцев мероприятие имеет важное значение. Курбан-Байрам – это самый священный праздник, это праздник мусульман Курбан-Байрам у нас. Для того, чтобы люди со всего Северного Кавказа, мы всех пригласили, кто-то приехал, кто-то не смог приехать, чтобы объединить народ Кавказа, народ Дагестана, для этого мы проводим вот эти мероприятия. Это объединяет нас, не только это наш сельский это всего Дагестана. Здесь участники есть у нас не только с Дагестана, даже за территорией республики. Есть Чечни, есть Пятигорск, есть здесь. Со всего Дагестана тоже есть здесь. Мы очень даже считаем, что необходимо делать. Состязания проходили по различным спортивным дисциплинам. Всех победителей и призеров тут же награждали грамотами и денежными призами. Но это было далеко не самое главное. На месте проведения мероприятия стало все больше появляться наездников с лошадьми. А значит, пришло время главной части соревнований. Сейчас начинается самая важная часть этого мероприятия – конные скачки. 5 заездов, в которых будут участвовать более 50 участников. И стоит отметить, что все лошади, которые здесь находятся, английской чистокровной породы. Кони рвутся вперед. Зрители, затаив дыхание, ждут начала. И вот он, долгожданный старт. Дальше наступает время только самых быстрых и резвых. Лошади, как и их хозяева, горят желанием занять высшую ступень пьедестала. Отметим, что в скачках приняли участие не только дагестанцы, но и представители других соседних республик. Праздник, во-первых, братских народов у нас в душе всегда должно быть. Где-то в последнее время, правда, это глубоко спрятано. Но мы всегда были братским народом и дружеским народом. Это праздник объединяет не то, что мусульман, всех народов. Кто уважает себя, должен уважать
вот такие вот праздники. Эль-хамдулиллах, я хочу сказать большое спасибо организаторам этого праздника, спонсорам и всем братским народам. Кульминация соревнований, главная гонка и, соответственно, самый главный приз. Дистанция 4500 метров, 3 круга, 10 участников забега и только лишь один победитель. И в этот день им стал жеребец Роберт. Спокойно пройдя 2 круга, на последнем он взял сильнейшее ускорение, что и помогло одержать уверенную победу. Что примечательно, хозяином лошади оказался житель села Губден. В чем секрет вашей победы? Ну там секрета нету. Она, как обычно, тренируем, подсказывает, которые опытные это сами коноводы. Ну, такие, она чистокровная, английская порода лошадь. Конечно, радуюсь. И односельчане все радуются. Для этого и вложили мне труды на эту лошадь. Отметим, что каждый забег в этот день был наполнен драматическими и порой неожиданными развязками. Проигрыши фаворитов и торжество в буквальном смысле темных лошадок стало незабываемым зрелищем для любителей скачек. Стоит отметить, что организаторы намерены и в последующие годы проводить подобные турниры с привлечением еще большего количества участников. Абдулла Алиев, Гаджи Магомедов, телеканал ННТ, Губден, Карудахкенский район. Серебро и бронза. С таким результатом домой вернутся дагестанские борцы вольного стиля из Таллина. Там, в столице Эстонии, проходило юниорское первенство Европы по вольной борьбе. В весе до 65 килограмм заслуженной победы был лишен Курбан Шираев. Хасавюртовец уложил иранского спортсмена на лопатки и держал в опасном положении полминуты. Но судьи так и не решились засчитать туше. А в категории до 57 килограмм бронзовую награду сборной России принес Ахмед Идрисов, в малом финале разгромивший вольника из Индии. Эти медали помогли дружине дагестанского специалиста Абдусалама Гадисова выиграть общекомандный зачет у команд США и Ирана. Всего в копилке россиян оказалось 2 золота, 2 серебра и 4 бронзы. К этому часу все. Оставайтесь с нами, смотрите нас также в YouTube и в Instagram. До свидания.